Ну, если ему скажут, он кого хочет закроет, если ему скажут. Вот он не может закрыть, кого он не может закрыть? Соединенные Штаты, вот он их не может закрыть, даже если скажут. А закрыть яблоко, да это какая проблема? Взял, закрыл, вот и все. Завтра вы придете ко мне сюда на съемку, а там будет написано «птичий грипп», все. Нет, все, птичий грипп, закрыто. Поэтому меня сегодня спрашивают, а какие вы получаете сигналы? Да никакие я сигналы не получаю. Чего их слушать, эти сигналы? Сегодня вот такие у меня сигналы, завтра такие. Вот меня съезд показывали 5 часов. Завтра могут не показывать вообще. Меня в прошлый раз поздравил премьер-министр. Да, президентом тогда был. Поздравил с победой. Через 3 часа сигнал поменялся на противоположный. Ну что тут слушать, какие сигналы? Здесь просто знаете, что надо делать? Надо делать свое дело. Делать его профессионально. И не надо быть ничьей подстилкой, и не надо быть ничьим исполнителем, а надо быть самим собой. Вот и все. Вся политика, кстати говоря, построена на том, чтобы были одни серости. А нужно, чтобы их было как можно меньше. Поэтому каждый из вас должен быть самим собой. Кстати, и голосовать нужно. Как вам кажется, а не как вам рассказывают какие-нибудь там деятели. В этом же смысл нашего с вами общения. Чтобы я мог вам рассказать, ну как это все делать, как мне кажется. Вы сами решите, ну как мне кажется, как надо делать и это, как надо делать то. Ну невозможно же, ну иначе мы превращаемся с вами в каких-то инфантильных детей тут. Что с нами можно, вот нам партию создали, вот нам другую партию создали, вот нам третью партию создали. Ну умора же какая-то. Ну вот собственно и все. Пока. Thank you.